Друзья, привет! Сегодня поделюсь с вами рецептом семейной пиццы. Продуктов минимум, но хватит на всех. Невероятно большая, очень вкусное тесто. Все хотят, так что и вы присоединяйтесь. Сейчас покажу во всех подробностях. Рецепт очень простой. Стакан теплого молока. И сюда добавляем кусочек прессованных дрожжей. У меня дрожжи замороженные, поэтому дам им немного постоять в теплом молоке. Пускай разойдутся. Такое тесто я называю ленивым. Берем столовую ложку сахара, добавляем. Сюда же сразу можно добавить и щепотку соли. 2 стакана муки. Друзья, представляете? Все отмерял одним стаканом. Ну, проще тесто не придумаешь. Одно яйцо и замешиваем, не замарав рук. Вот такое тесто получается по консистенции. Посмотрите. Красота. Все. Оставляем, накрыв пленкой, минут на 30. Пускай тесто хорошо подойдет. А мы за это время спокойно приготовим начинку. 2 колбаски и пару помидорин нарезаем тоненькими кружочками. Колбаски у меня испанские, с сыром внутри. Вы можете взять свои любимые. Уверен, друзья, вы тоже полюбите это тесто. Потому что простое и потому что вкусное. Беру лист, у меня вот такой вот, 27 на 38. Смазываю слегка сливочным маслом. И вот туда отправляем тесто. Вы посмотрите. Завели ложкой, как говорится. Растоялось, смотрите. Пузырчатое. Все. Прям силиконовой лопаткой выгребаем на лист. Стараемся аккуратно растянуть по листу, чтобы у нас получилось одинаковое основание. 2 колбаски, а ощущение, что полкилограмма перерезали. Распределяем сначала кружочки колбаски, ну а сверху кружочки помидора. Дадим пицце постоять минут 10, пока нагревается духовка. И будем выпекать при 180 градусах минут 20. Конечно же, в начинку можно положить все по своему вкусу. Выбирайте то, что вы любите. Друзья, смотрите, что уже получилось. Ориентируйтесь на свою духовку. И как только тесто зазолотится, достанем слегка, по большей части только помидорки, присыпем итальянскими травами. Ох ты, аромат! И сверху натрем кусочек сыра. У меня кусочек небольшой, 200 граммов. Посмотрим, сколько уйдет. Но я люблю, когда сыра много. Кстати, колбаска, я же вам говорил, у меня с сыром. И она тоже, сырок вытапливался, прям шкварчал в духовке. Возвращаем пиццу в духовку еще минут на 10. Пускай сыр хорошо поплавится. Ох, у меня все готово, и даже чайник закипел. Друзья, вы посмотрите, какая она великолепная, я так считаю. Ну и размер у пиццы, мой любимый, хватит на всю семью. Друзья, вы видели? Все очень просто, лениво, быстро и вот так вот невероятно вкусно. Тесто очень вкусное, пропекается. Ну, начинка вы сами все видели, наша любимая. Так что повторяйте на здоровье и приходите к нам завтра. Будем что-нибудь с вами еще готовить и всех удивлять.